Это радиатор кондиционера на Subaru Legacy Outback. Такой вот радиатор кондиционера есть у меня в наличии. Вот здесь вот с левой стороны идет. Так, бочонок такой. Я его не вверх ногами ли поставил. Может и так вот, в общем, идет такое вот посадочное место у него. Первое посадочное место. Вот оно, второе посадочное место сбоку расположено. Все это на одной стороне лежит. Мне кажется, я его все-таки вверх ногами поставил. В таком состоянии этот радиатор кондиционера. Вам предстоит его только поставить, проверить. Потому что мы не знаем, он работает или не работает, пригоден или не пригоден. Только поставите, только проверите, в случае неисправности вернете обратно. В общем, такой радиатор кондиционера есть у меня в наличии. Привозил я его из Эмиратов, с Дубая. Я из Эмиратов привожу целиком мини-морд и ноускаты. Касательно радиатора кондиционера, то мы предоставляем время на проверку, чтобы вы поставили, проверили, в случае неисправности вернули обратно. Такой, в общем, радиатор кондиционера у меня есть в наличии на Subaru Legacy Outback. В таком состоянии этот радиатор кондиционера.